На площадке Успенского дома культуры прошла акция «Спорт каждый день». Мероприятие организовали одинцовские сторонники «Единой России», депутаты, Общественная палата округа при поддержке серебряных волонтеров. Участие приняли дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетных. Для них подготовили интерактивно-развлекательную программу, в которую вошли музыкальные конкурсы, русские забавы и игры на свежем воздухе. Всем участникам спортивного праздника сторонники партии и депутаты окружного совета подарили ледянки.